все. Нет, у меня какого-то желания не было сильного уезжать. Я думала, что мне еще нужно поиграть в Сибири, в ЖФК вот НСК, попробовать. Может, после там каких-то таких соревнований, как первая лига, заметили бы и позвали уже. Может, высшую лигу. Молодежно не хотелось лиги мне играть, почему-то. Ну, стабильно. Каждый сезон забиваешь прям ударом с углового. Тоже твоим фирменным ударом с твоим стало, девчонки говорят. Ну да, бывает такое, что получается. Просто как-то я уже изучила, что как бить, в общем, с угловых. А особенно, когда ветер, то он еще лучше помогает закрыть все ворота и забить гол. Ты сама рассказала, что любишь покушать. Какие любимые блюда у тебя и... Как сама к готовке относишься, умеешь, не умеешь, может, свое какое-то фирменное блюдо есть? Я люблю кушать роллы, прям я без ума от них, морепродукты очень сильно люблю. Также я пробовала сама готовить роллы, у меня все это получалось. Ну, также обычные блюда тоже умею готовить, но вот больше я по японской кухне схожу с ума. Ну, то есть, короче, девчонки в гости придут, накрутить сможешь, да, роллы? Да. Если бы не футбол, опять же, сама говорила, что, наверное, себя видела бы ресторанным критиком. Угу. Это как, в твоем понимании? Ну, я очень люблю... Ну, когда с девчонками встречаемся, первое дело... Первым делом я говорю, давайте сходим туда, попробуем там блюдо, потому что очень прикольно экспериментировать с новыми блюдами. Потому что даже вот мы были в Новороссийске, мы кушали одно и то же. Хоть там и был выбор, гарнир там и... Но все равно как-то нравится экспериментировать, кушать что-то новое. Подруги рассказывали, что хорошо поешь. Откуда такой талант и где чаще всего пригождается, какие песни любишь? Да, просто с подругой вместе поем, она мне хуже меня поет, поэтому она так сказала. Ну, вообще, какие песни? Понятное дело, наверное, караоке. Какая-нибудь есть любимая песня, которая тебе больше всего нравится исполнять? Или как ты считаешь, лучше всего исполняется? Я люблю песни вот английские, зарубежные, мне очень нравятся и текст, и как поют. Русских, из русских песен, это, наверное, Скриптонит, его много слушают, мне кажется, и из нашей команды, и из мужских команд, вот. Знаю еще, что увлекаешься UFC, откуда такой интерес именно к этому виду спорта? Чем он тебя привлекает? Да просто, когда вот играла «Фламинго» с мальчиками, они часто со мной дрались, или я с ними. И как-то папа у меня занимался боксом давно, у него были перспективы в этом виде спорта, но что-то пошло не так. И как-то он, наверное, смотрел, и я тоже смотрела. Он меня учил защищаться, там, если вдруг что-то пойдет не так. Как-то вот увидела по телевизору, мне прям очень... понравилось. Наверное, если бы я бы не занималась футболом, то могла бы пойти бы вот, в бои без правил, бокс. Ну, это извечный спор, Конор или Хабиб. Кому предпочтение? Ну, мне больше нравится Конор. Прям. То есть ударная техника? Да. Мне борьба не очень нравится. Мне нравится, как он себя ведет, как он выполняет свою работу. Он очень крутой, мне очень нравится он. Ну и напоследок вернемся к футболу. Новосибирск выиграл первую лигу. Какие ты видишь дальнейшие задачи перед собой, перед командой, там, на ближайшие какие-то перспективы? Ну, мы заняли первое место, потратили на это очень много здоровья, сил. У нас трое девчонок, которые порвали себе крестообразные связки. Мы очень долго шли к этому. Я думаю, что у нас есть очень хороший шанс сейчас выйти в Суперлигу. Потому что ну, мы ради этого и тратили свое здоровье и силы. Вообще, Суперлига – это такая ближайшая, да, наверное, из твоих меч, где ты хочешь туда стабильно играть? Да. А сборная России? И сборная России тоже, конечно. Все, спасибо, удачи. Спасибо.